Я очень люблю наш университет, люблю наш город. Он находится в Шэньчжэне, наш университет. У нас тут каждый день хорошая погода. 9 месяцев в году у нас 30 плюс градусов, там 36 в тени. Вот. Вообще, каждое утро выхожу такая, радуюсь этой погоде, радуюсь нашему городу прекрасному, радуюсь тому, что учусь в этом университете. Вот. У нас немножко фон сейчас не очень, потому что у нас прошел ураган. Первый раз такой ураган в Китае был, тайфун точнее. У нас все деревья просто снесло. Ну, как бы такое вообще было первый раз.